Я не хал здесь, пока я ушел дорогу искать. Решил, короче, устроить здесь какой-то блудняк. Вот так вот висят колеса. Вот. Не знаю, насколько передает камера. Давай руль вправо, вперед. Ну, снизу можно сейчас ремонтировать все, что хочешь. Смотри. Реально трава растет. А че, откуда там трава? Смотри, ты видишь, нет? Не знаю, а что, выросло, блин, реально. Офигеть, трава выросла. Может быть, что, путевая там, картофан. Офигеть. Ну, короче, утро субботы, какое-то сентябрьское, да? Что, сентябрь? Да, сентябрь. Короче, мы поехали покататься. Ты взял бензопилу? Я забыл бензопилу. Ё-моё, блин. Вернемся, что ли? Нет, она на работе. Ё-моё, я ее приказ... У нас одна пила, будешь один пилить в одно, а это... Нет, ты муж тоже есть, ты муж тоже взял. Да? Да. Ну все, значит, ну, короче, мы выехали, едем в сторону... Пока вверх до Мизов, а там посмотрим, куда нас кривая выведет. Да, нелёгкая куда нас. Катя Михайлович, куда поехали мы? Дорогу новую пили? Какие-то названия там, верхние места, там, какие-то вот такие. Я для меня это такое, больше, где-то, пустые совпадения, что верхние места, знаю, нижние места, там, какие-то там, где это, сука. Вот это пили за мной, конечно, не новая дорога, блин, в общем, сегодня у нас. Мы сегодня в первом прохозе, по делам там, вот эти все. Марко Поло, вот эти все чуваки. Америка Веспуччи. Какой еще Веспуччи? Ты был такой, да? Был такой, Вася? Да. Колумб, куда же, давай, куда давай. Куда же Колумб? Вот, пойди. Ну и мы на их уровне примерно. Да, такие медали у нас сегодня будут. Все. Ну вот, скорость у нас примерно 180, идем мы спокойно. Вот, все говорит, да? 180 нету, 170, 175 идет. Нормально машина, даже вообще не едет. О, народ нас. Колесики травят все. Тимур решил даже поставить трос на лебедку. С вами связываться тут без веревки никак. Ха-ха. А, вы смотрите, Тимур-то сделал шедевр. Шедевральный бампер передний. Шедевр? Сейчас я вам покажу бампер этот, это прям шедевр. И смотри, человек тратил время на это, даже больше деньги. Больше недели. Больше. А. Взял человек отпуск, чтобы вот бампера это сделать. Понимаете? Вот, смотрите, как делать не надо. Вот. И так не делайте. И отпуск не берите ради бампера. Дорожка такая здесь, так, достаточно интересная, да?
Ух! Грязно! А я это думаю, почему-то Тимур боковиков. Оказывается, понятно, почему-то боковиков. Все, понял. Вообще, на хлеб больше не падать. Жишка хорошая, да? Фортуну, блядь, пытается, смотри. О, смотри, смотри. И дальше что? Дальше вот это по лесу. Окей, это. Получилось. Бессовестный человек, ты будешь там. Какая прям здесь жижа-жижа. И вонючая такая. А, подъезжаем к пасеке, да, мы уже? Вон озеро. Ну, это не озеро, это пруд. Там такая движуха у них, слушай, Артем Михайлович. Да? Да, сейчас смотри, надо еще что-то там понастроить. Машин что-то там, домов стоит что-то. Машина какая-то как. Вон там одна, вон вторая. Здесь, ну не, не сейчас можно проехать, его раньше. Да. Какая тут не. На тракторе съездили тут, да? Прям пойдем сразу? Закладик, да, вот она. Так, вы выше, а сюда вон ходить. Там лево, да? Да, да. Да, как тяжело, да. Вот час может. Нет, далеко-то, куда-то. Боя, что ну, да. Да, на другой. На другой. Теперь. Ты сразу должна. Более быстро. Должна. Даже быстро, да. Давай, сейчас. Поближе. Далеко. Речки мы уходим. Будем надеяться, что вечером к ней мы вернемся. Доехали мы до поляны до этой, на которой все стоят. Вон там стоят все эти туристы. Дальше идут пешком. Нам надо сейчас туда налево. Нам надо где-то налево туда уходить. Вот мы едем. С дороги маленько ушли. Забираем. Да, что-то мы дороги совсем не наблюдаю, да, из них поезжай здесь. Перед болотом налево дорога была. Нет дороги.
будет дорога. Так, подъехали мы к этому месту. Вот там везде выше, 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 выше. Вот везде вершины. И здесь какая-то, ну, как какой-то лог, как будто кончается неожиданно. И слышно, что река шумит. А река эта называется Атыш. Соответственно, где-то мы находимся рядышком с этим местом. Сейчас дойду, покажу, где река Атыш уходит под землю. Найду это место. Вот она, река Атыш, Николай Михайлович. По навигатору, да? Вот такая она здесь. Такой родничок, который уходит потом под землю. Вот она, все, вот конечно. Все, вот вам и дырка. Нашли. Все, дальше воды нет. Вот вам место, где река Атыш кончается. Слушай, здесь никого не было никогда. Копытное какое-то спускалось здесь. Попить. Ау! Вот здесь тоже вот скала. Вот она, гора. Скала. Вначале Атыша, наконец. Вот где река Атыш уходит под землю. Причем поток-то хороший. Да. Я прикинь, туда занырнуть, и там перед туристами вынырнули. Вот и мы. Вы знаете, ну обосрутся, братцы. Тут далеко, да, отсюда. Ну я думаю, ты вряд ли целиком дать до туда идешь. Целиком. Одни уши дойдут. Поикнуть там. Так, Михалыч у нас. Может, нырнешь, Михалыч? Не, не надо. О, Михаил, давай твою руку пусть. Подождай, да? Прикинь, раз и два. Там, прикинь, они офигели там, прикинь. Рукавы хлопали вообще. Ждем человека. Палку туда тыкнем, может, там дыра, не дыра. Не, она такая, ну дыра, да, дыра. В следующий раз возьми запасную руку, Аркадий Михайлович. И туда. Да. И удлинитель, пойдем. Удлинитель еще. Поедем потом на водопад и ловить ее будем. Вот они. Пустоты, да, прям вот здесь, видишь же, туда вода уходит, вот они, пустоты, прям под скалу. Да. Тут даже, смотри, намыто илом, видишь, вот эта вся фигня вот. О! А, вот они, дырки, смотри, прям, да? Да. Офигеть, прям туда вообще, смотри, бам, бам, бам. Ну это там не справляется, здесь набирается, тоже начинает промывать. Сифоны, да? Нашли под елкой банку. 94-го года баночка. 94-й год. Короче, тут можно подъезжать, но сюда поближе. Оставим ее здесь. Естественно, мы не первые здесь. Естественно, но... Зато мы первые за последние много-много лет. И потом сюда вправо, чтобы между колес ее оставить. Стой там, стой! Немного ушли от трека. Дорога как будто бы левее должна быть. Но она сейчас выйдет сюда к нам, поэтому придется, наверное, маленько срезать здесь. Давай, давай, хорошо, ага. Ты давай влево руль маленько, потихонечку, ага. А с ним ты где? Не могу шевелиться тут. Ну мы заехали в шикардосное место.
Мы, можно сказать, почти перевернулись. Сейчас мы будем... Ты не открой, можешь я открою? Машина висит. Ну ты не хлопай так сильно, сейчас перевернется. Отцепи мне страху, дай. Я сейчас столкнулся руками, она перевернется, да? О, да. Сейчас я вам покажу, что мы делаем. Вот так вот мы висим. Держу машину. Ну, он далеко не упадет, наверное. Ну, в принципе. Да я, мне кажется, я не кажется, удержу, нет? Пробовать будем, может быть, нет? Все нормально, как раз. Не держу, думаю. А, смотри, сейчас потом удержим. Смотри, как красиво, оцени! А? Я да. Ага, Михалыч уже даже нервничать начал. У него в голосе появились нотки уже неуверенности. Нотки неуверенности появились, Марк Михайлович. Короче, любые наши дальнейшие действия, знаешь, как же называется? Цунг-цунг-цунг-цванг, да? Да, да. Все, что мы делаем. Да, все, что мы уже делаем, как, дальше все хуже и хуже, короче. Так. Моя? Давай, пока не за веревку эту маленькую. Давай, езжай! Все нормально. Стойки. Едем правую. Ну, давай. Да я думаю, сейчас просто езжай. Все, она уже почти вышла. Сейчас тихонечку езжай. Руль так же ничего не делай. Подтягивай леветки и тихонько езжай. Подтягивай, езжай. Если дерево это выдержит, не упадет, то все хорошо будет. Тяни и езжай! И все. Делов-то было. Сейчас, поднимись. Нашел дорогу я. Чуть левее она идет. Заросшая сильно. Ну здесь совсем тяжело идти стало уже. Здорово выйти сейчас наверх. Все, стоп, ага. Сейчас Аркадий Михайлович будет исполнять. Подъем без переворота. Там сзади много места нет. Давай ко мне и вот туда направо. И направо туда клонь. Даже дерево не сломали. Какие молодцы. Опа. С горы мы спустились. Но здесь дорога. Ух, вообще жесть. Болото. Кругом болото. На дерево лебедишь, оно качается аж с корнями вместе. Прям. Вот, Аркадий, едет мимо елки, она же нагибается, вылазится. Михалыч, похоже, по этой болотине подустал маленько. Аркадий Михайлович, что, подустал, да? Тяжело было? Смотри, тут, ну вот тут по берегу можно идти. Можно нырнуть, здесь не глубоко, но не знаю, как дальше будет. Здесь вообще вот. Здесь везде так же. Да? Знаешь? Ну
утро второго дня. Ну, кто-то тем, а Тимур делом занимается, да, Тимур? Да, не только Тимур делом занимается. Да. Что там у тебя случилось, Тимур? Сосок меняешь? Сосок в сосок превратился. А, ты уже сосок поменял, новый поставил, да? Да, вот, был сосок, оторвалось, отломил башка, и он кривой еще сам по себе. Он кривой, еще с того года сам по себе. Кривой, конечно, ну, это ну, нехорошо, не, кривой. Сосок же не должен быть кривой. Кривой, он должен быть прямой. Конечно. Кривой сосок, это куда вообще годится? Все, сейчас кушаем. Ходим в баньку. Че, Аркадий Михайлович, сейчас будем, да, колесо делать? 150 болтов открутим. Не, не будем. И оттуда мы вчера приехали, с этой горы спустились. И пойдем дальше сейчас вниз, на Атыш. Тут немножко поворот один. Один поворот, и мы на Атыше. Thank you.
Все, Карелаш. Подъехали, да, Вася? Да. Мы на месте. Что-то давно мы здесь не были, а? Да. Оставим день здесь, там, да? Все, мы на месте. Ну все, вчера были там, где он уходит под землю, сегодня там, где выходит. Два с половиной километра под землей. И он здесь. Там пещера, которая все натекает. Если вдруг кто-то еще не видел, в чем я сомневаюсь. Гроты, гроты. Все. Вода промыла. Известняк. Есть пупырка вон. Приключение тут нас одно настигло. Упал квадрокоптер в горах, там наверху. Там вот далеко в ущелье. Че, мы с Тимуром пошли вдвоем. Нашли. Поломало винты у него маленькие там, мелочи всякие. Главное, целый, живой, уже хорошо. Главное, нашли. Все, выезжаем домой. Блоги включи. Тут нормальная дорога вообще. Жестко, хорошо. Вот каменюк тоже лежит здоровый. Посмотри, он стал там. О, ему тут маленько прилип. Ух, оно там торчит, торчит куда, как далеко. Давай тянем. О. Немного осталось ремезов. Что-то там у Димы ремень подклинил, что ли. Ремень подклинивает на... Ну-ка. Я сейчас еду. Ничего страшного, ничего не будет страшно. Дима машину отремонтировал. Все, ну, вообще. Потом все просто, раз и все. Зашить уже можно вот так вот. Потом склеить. А склеить? Склеить, зашить, да, и все. Все, с собой тогда надо. Да, надо с собой забрать. Гель. Быстренько вылечили машину. Быстрый ремонт в полевых условиях. Че, все? Тимур, как ты? А головой-то. Так, подъехали мы. Верхние ремезы. От нас мостик через Лемезу, верхние Лемезы. Мы сейчас уйдем на Тау, как приехали, а Тимур уйдет на Архангельское, да? Да. Ну вот вам. Собрались ехать, а тут у нас такая малоприятность. Оторвал Тимур стабилизатор задний. Все, ладно. Так, дальше мы поедем с Артемием Михайловичем вдвоем в одну машину. Пойдем через Тау. Едем мы в какой-то жопе с Артемием Михайловичем на одной машине. Ё-моё. Завалило меня опять деревьями. Ё-моё. Едем мы на Тау. Бросили. Да, все нас бросили, едем мы на Тау. Осталось нам километров, может, 5-6. Все, в принципе, что вы хотели, у нас получилось, да, Карим Павлович? Да, да, все, все.
все, что мы хотели сделать. Даже квадрокоптер про слово это не. Потеряли? Потеряли и нашли. Про потеряли и потом про понашли. В общем, все у нас получилось, все у нас хорошо. Да. На этом, наверное, закончим. Да, будем прощаться с вами, дорогие товарищи телезрители. Да. Будем прощаться. Но не навсегда. Все, всем пока.